Здравствуйте. На прошлом занятии, да, мы остановились на профиле. На профиле, да. А сегодня я вам обещал продолжить работу, да, и показать уже, как сделать пас, да. Объем. То есть на начальном этапе, да, то есть мы здесь мы сразу разбросали, да, просто раз я вам говорил, да, именно пропорциональные отношения, да, и уже наметили, где что у нас будет проходить. Ну, если мы посмотрим, да, то есть мы уже отделили, где у нас будет нос, да, размер носа, то есть это на три части, в прошлый раз я вам это объяснял, да, и здесь вот одна третья. Ну, или делим на 7 частей, да. Ну, а фас, то есть это мы опять-таки, да, то есть вот этот размер мы уже откладываем сюда, то есть мы это должны столько набрать. То есть здесь вот... Все взаимосвязано, да. Здесь уже в дальнейшем, да, в дальнейшем буду показывать опять-таки ту геометрию, которая здесь будет уже присутствовать в фасе, да. Когда мы уже амфас сделаем. То есть, и, соответственно, да, мы одновременно набираем и левую, правую сторону. Вот я начинаю набирать ее, да. Ну, соответственно, да, то есть мы повторяем, да, чтобы у нас шли параллельно, этот, как его, параллельно, вот, глаза, нос и губы, подбородок, да, вот, надбровная дуга, лобные бугры, чтобы они параллельно, да, то есть сейчас мы не делаем какое-то движение, да, мы изучаем пока без, да, как быстро и грамотно вылепить голову, да. То есть это мы все вот набираем, да. Механическое. Заодно, да, такая. Чисто, да. И заодно мы это, да, это все мы не просто набираем, но еще и замеряем. Да. То есть можно что делать? Можно брать, да. Вот отмерил, чтобы у нас лишнее не получалось. Вот я отмерил на нос. И здесь вот отмеряем, да. Здесь мы можем поставить что? Типа маяка. Вот мы ставим маяк, вот, да. То есть мы уже знаем, да, сколько мы будем набирать. Да, вот мы смотрим, да, мы придавили. Ну и здесь уже смело, да, смело мы отсюда уже набираем. Это самая широкая точка, да? Сам, да, да. Ну, самая широкая точка, это вот где уши, да. Ну, да. А это уже... Понятно, на лице. Да, то есть это, да. Понятно. Ну, соответственно, здесь тоже, да, то есть здесь тоже можем мы отметить. Да. Голова это одна из сложных, да, из сложных, что правильно, грамотно научиться лепить голову, да, то есть это то начало, да, то начало, которое, да, которое, если вы с этого будете начинать, да, вам будет в дальнейшем легче. Да, то есть вот я вот смотрю сюда, и уже я, то есть это две части, да, и здесь, вот она, вот я набрал ее, да. Ну, а теперь уже идем дальше. Здесь смотрим, где у нас скулы будут проходить. Здесь получается, что у нас образуется такой треугольник. Вот она вот от скулы, если смотрим, да, то есть она тоже попадает где-то в районе губ, в районе подбородка. Отсюда, да, отсюда она уже уходит. Здесь смотрим вот рот, да, то есть это все, видимо, мы, да, за... Это будет еще и продолжение. То есть мы смотрим и находим, где челюсть у нас находится, да. Ну, соответственно, мы это все набрали. Набрали, да, ну. И уже потом опять мы смотрим, где, начинаем искать, где ухо садится, да. Набираем шею, чтобы, да. Параллельно есть, работаем, да? Да, это, чтобы было, да, пропорционально. Ага. И работаем с левой и с правой стороны. То есть я сейчас показал вам ход работы, да.
А на следующем занятии, да, уже более конкретно, как глаза сажаются, да. И опять-таки покажу те пропорциональные отношения, да, которые у нас, да, и ту геометрию, которая у нас спас. Окей. Okay.